Добрый вечер, большая страна! Добро пожаловать в Москву! Добро пожаловать в Сокольники на стадион Академии Спартака, где считанные мгновения остаются до начала матча 6-го тура МЛБ первой лиги, в котором московский клуб «Родина» примет владикавказскую «Аланию». Команды, которые по итогам сезона, конечно же, рассчитывают быть максимально высоко в таблице. Это действительно любопытно, равно как и тот факт, что сегодня Сергей Иванов работает главным арбитром на этом матче. Человек, которого мы привыкли видеть на играх РПЛ, сегодня на МЛБ первой лиги. Поехали, друзья! Центральная встреча 6-го тура. Родина, Алания. И давайте по составам пройдемся, пробежимся. Спешить здесь особо не будем. Начну с хозяев. В воротах сегодня Сергей Айдаров. И пробивать. Подача на дальнюю штангу. Мяч летит. Ната. Скидка. Крижан! Солдатенко! 1-0! Александр Клещенко! На добивании очень здорово сработал здесь Клещенко и открывает счет «Родина» в этом матче. Вот такой вот поворот событий. Кто-то скажет неожиданный, но тем не менее. Юрий Ковтун Юдинцеву что-то очень активно сейчас кричит с бровки. Подача. Ух ты! Казалось, что ничего-ничего. И как раз-таки, как и сказал коллега Алан Багаев. Алан Хабалов. Ну, естественно, поддавить на судью это святое. Георгий Биани здорово принимает. Георгий Биани! Ой-ой-ой! Ничего себе, что завалил Николай Георгий Биани! 35-40 метров! Георгий Биани, каков гений! Каков гений Николай Георгий Биани! 1-1! Что за тур? Тур красивых мячей, что вчера забил Енисей Волгарю. И что мы увидели сегодня? Какое решение! Это фантастика. Очень серьезная концентрация футболистов в центре поля. Машуков, Царукян! Царукян, дальняя попытка попасть. Хороший удар. Полезно. Заброс на Амура Калмыкова. Нет положения вне игры. Нет положения. Есть, есть. Есть положение вне игры у Амура Калмыкова. Георгий Биани. Шансы высокие. Хорошо, но выше. Айдаров близко был, не дотянулся все-таки он до мяча. Сергей Иванов показывает удар от ворот. Юдинцев катает Родина до последнего. И вот пошла подача НАТО. И вот такой на дальнюю штангу перевод. Чочи, скидка, под удар. Мягко возвращает Хабалов мяч в штрафную. Георгий Биани. Все внизу. Чочи, падение, пенальти. Сергей Иванов на точку показывает. Ну, по-моему, без вопросов. По-моему, без вопросов. И очень здорово, конечно, здесь комбинировали футболисты Алании. Возьмет или нет? Или Георгий Биани, или Айдаров. Георгий Биани спокойно, 2-1. Очень уверенно развел мяч и Сергея Айдарова по разным углам Николая Георгий Биани. И Алания выходит вперед. Это очень известно в узких кругах. Шамиль Гаджиев перед матчем сказал, будет 1-2. Знаешь, даже мы с тобой не можем помочь, мы с мячом. Ух, какой удар Уэсли. Классно. Бердишенко. Ну вот. Ух, вот какую вырезал, а. Неплохо. Султонов. Еще попытка. И где-то мяч Солдатенко. Это Клещенко, прошу прощения. Воропаев. Все. Не дает Сергей Иванов особо разыграться. 2-1. Одерживает победу владикавказская «Алания» в центральном матче 6-го тура МЛБ первой лиги. Клуб из Владикавказа обыгрывает столичную «Родину».